Всем привет! Всем привет, привет, привет! И у нас пятница. А что мы делаем в пятницу? Конечно же, танцуем. Неважно, это будет понедельник, вторник, среда, четверг или пятница, или может даже в выходные. Которые у нас, кстати, немножечко затягиваются, если вы понимаете, о чем я, да? Вот, почитаю ваши комментарии и понял, что я забыл передать привет Андрею. Андрей, привет! Оп, оп, оп. Но самое главное, что я понял, это то, что мы с вами идем очень медленными шагами. Поэтому я переформатировал свой мозг, организм, и сейчас мы с вами будем танцевать. Я объявляю первое, то вчера было нулевое, такое познавательное, а сегодня первое официальное танцевальное занятие. Ну что, ребят, я думаю, если вы смотрели предыдущие 4 разминки, то вы знаете, с чего мы с вами начнем? Ну, конечно же, с волшебного хлопка. 3, 2, 1 Ладно. 3, 2, 1 Поехали. Для начала, ребят, самое главное, прежде чем начать любую танцевальную разминку, пожалуйста, хоть немножко приведите тело свое в порядок, в рабочем самочувствии. Для этого, для начала, как всегда, мы с вами 3 глубоких вдоха наверх. Теперь, для того, чтобы начать небольшую, прям быструю разминочку, для того, чтобы тело с нами сфокусировалось, собралось в один большой организм и начало работать. Поэтому небольшие наклоны, полукруги, но не забывайте осторожно, чтобы без вывихов, без травм, без всего. Плечики, можно и вместе с ручками, или можно ручки отдельно, да, кисти. Это мы с вами потом еще выучим, не пока просто. Вот, немножко грудь, переходим в таз. Ну и, конечно же, коленочки. Но у нас с вами волшебный хлопок не заканчивается, поэтому музыка идет дальше. Вот, собственно, ребят, сейчас я вам покажу небольшую такую коряшку, которая состоит буквально из 3 восьмерок, которую мы с вами будем учить сегодня на протяжении нашего такого небольшого первого официального занятия. Приготовились? Тогда мы с вами чуть-чуть подогибаем музычку. 3, 2, 1 Я забыл! Давайте еще разок. Сейчас мы с вами сделаем. Музыка просто не та сейчас, которую я планирую, поэтому сейчас сижу. Приготовились? Восьмерочки, ничего сложного. Ребят, все очень просто и все динамично. Всего мы начинаем. На первое движение. На полуприседе. Вместе с замахом рук. Таким солнышком. Уходим наверх. С полуприседа. Разворачиваемся и собираем руки на груди. И чуть-чуть корпусом уходим назад. Запомнили? Давайте я вам еще раз покажу, а потом вместе со мной. Наверх. И собрались. Все легко и просто. Давайте еще разок. Наверх. И собрались. О, я вижу, у вас начинает получаться, поэтому давайте еще разок. И раз. Два. Отлично, отлично. Идем дальше. С этого положения мы разворачиваемся в диагональ. И такие вперед, назад. Перепрыгиваем с ноги на ногу. И руки в это время у нас открываются. То есть раз, два. Раз, два, раз, два, раз, два. Отлично, отлично. Но второй раз мы делаем с затяжечкой назад. Слушайте, что это такое? Раз, два, раз. Запомнили? Еще раз давайте вместе со мной. И раз, раз, раз. Красавцы. Соединим. Буквально одну восьмерочку у нас уже с вами готово. Что мы делаем? И раз, два, три. 4, 5, 6,
7, 8. Отлично. Еще раз закрепим и пойдем дальше. 3, 2, 1. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Отлично. Делаем два бега на месте. Отсюда. Раз, два. Отлично. Это последнее вы справитесь. Можно даже не репетировать. Еще раз. Раз, два. Делаем переступы. Быстрые. Вперед. Раз, два, три, четыре. То есть два вперед, два назад. Ничего сложного. Два вперед, два назад. Два вперед, два назад. Руки у нас делают то же самое. Раз, два, три, четыре. Руки, правая рука, правая нога. Ничего сложного. Приготовились, соединим бег и это движение. И потом вернемся сначала. Ребят, все очень легко и просто. Я надеюсь, вы справитесь с этой хореографией, потому что дальше мы будем с вами делать невернейшие просто движения. Поэтому, ну, это потом, если вам понравится, и вы очень сильно захотите еще раз продолжать это вместе. Давайте приготовились. Сбега. Делаем. Раз, два, три, четыре. Приготовились? Еще раз. Три, четыре. Раз, раз, два, три, четыре. Обманулось. Давайте еще раз. И раз, два, три, четыре. Отлично. Соединяем. С самого начала. Помните, что было? Помните, что было? Вы, ребят, вспоминайте. Все легко и просто. Раз, два, три, четыре. Еще держать. Приготовились? Три, два, один. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Раз, два, три, четыре. Все! Мы на полпути. А это значит, что у нас осталось чуть-чуточка. Вот у нас начинается музыка опять сначала, а мы с вами начинаем наше движение сначала. Приготовились? И раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Раз, два, три, четыре. Все легко, ребят. Еще разок вместе со мной, а потом попробуйте сами, наверное, да? Я вас верю. Потому что вы вот такие. Вы не сидите дома на карантине, а работаете, танцуете вместе со мной. Все легко и просто. Давайте, давайте, давайте. Еще разок. Три, два, один. Раз. Три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Чуть-чуть еще это сбился, но мы повторим. Давайте еще раз со мной. И пять, шесть. 7, 8, раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, раз, два, три, четыре. Отлично. Идем дальше. Что мы делаем? Правой ногой делаем круг назад. Через вперед, только назад. И разворачиваемся. Окей? Давайте еще раз вместе со мной. На левый можно присесть, чтобы более опорно было и концентрированное у нас равновесие, баланс тела. Приготовились? И раз. О, видите, как музыка нам помогла с вами? Прям люблю вас. Вас, музыку, всех люблю. Еще раз давайте вместе со мной. Ногой. И так. И развернулись. Что в это время делает вторая нога? Пока мы делаем эти круг, представляем. И бедром делаем. Выстрел. Выстрел бедром делаем. Окей? Давайте еще раз. Раз, два, три, четыре. Бум! Поняли? Поняли? Сначала от себя и к себе выстрел. Окей, еще разок. И раз, два, три, четыре. Отлично. В это время у нас руки делают... Правая рука делает вместе с правой ногой. Сюда. И поднимается наверх. Оп! Можно щелчок, если вы... Профессионалы вы уверены в себе, то вот эти маленькие манипуляции рук я предоставлю на ваше усмотрение. Как хотите, так и делать. Щелчки, трубки, все, что хотите. Но если ты еще думаешь, что делать, просто делай. Просто делай, отключай свой мозг и делай. Давай вместе со мной просто отключай мозг и делай. И что мы с вами делаем? Правильно, нога, рука. И раз, два, три, четыре, пять, шесть. Отлично. А дальше самое простое. На полусогнутых ногах мы с вами делаем 4 шага. Раз, два, три, четыре. А ручка у нас гуляет сами по себе. Раз, два, три, четыре. Ну и закончим, собственно, да? Музыка нам говорит, что пора заканчивать. Но мы это знаем, что мы еще готовы работать и работать. Смотрите, мы делаем с вами. Раз, два, три, четыре. Три прыжка на месте. С разворотом. Раз, два, три. И на четвертый ставим какую-нибудь крутую позу. Two, two, two.
То есть три прыжка и до четвертой, что хотим, то и делаем. Окей? Давайте еще раз, последнее. С ноги и руки, с разворот. Приготовились и раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Но легко. Давайте мы вместе с вами теперь это все соединим, закруглим и запомним, и будем танцевать на любой дискотеке, на любой тусовке, которую мы с вами дома с вами устроим среди своих родных, близких и друзей. А потом, когда это все закончится, мы с вами затусим где-нибудь вместе. Оп, не успели. Давайте сейчас еще разок. Очень много разговариваю, согласен. Да, закрывай рот. И еще разок. Еще разок, да? На, поверили? Давайте сейчас. 5, 6, 7, 8. Ну что? Вам понравилось? И сейчас, когда музыка у нас подойдет на самый пик, мы с вами сделаем еще раз все вместе. Круто, ярко, с эмоциями, со всей дачей. Приготовились? А музыка еще не приготовилась, она говорит, что нам нужно с вами немножко покачаться. Я ухожу, я увольняюсь, я не понимаю музыку. Давайте просто будем тащить, отрываться. Приготовились? 5, 6, 7, 8, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Ребятушки, мы с вами сделали это дело. Я вас поздравляю. Первое официальное занятие Дима Фитнес по танцам. Мы его с вами сделали. Я, конечно, понимаю, что я вот здесь не нарисую сейчас взрыв, но давайте представим, что здесь есть. Я вас люблю. И до встречи. Хотел сказать на танцполе, но нет. До встречи завтра на втором занятии. Эй, приходи. Я думаю, мы с вами сделаем чуть-чуть поинтенсивнее. Все, люблю вас, дорогие.